И всем добрый вечер, с вами Off Studio. Это Санта-Клаус по имени Рузу. Это Уксус по имени Веселый Джо. И Козёл. И Козёл, да. Да. А, кто знает игрушку? Ставьте пальцы вверх сразу. Слушайте, короче, сейчас в жопу выстрелю. Санта-Клаус. Все серьезно. Все серьезно. А, ребят. А, никаких, я думаю, больше шуток, все серьезно. Вообще нифига! Мы пошли со стволами. У нас есть по два ствола. А сейчас будем развлекаться с Не-не-не-не, мы сейчас. Ребят, а, кто знает игру, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, что это за игра. А мы пока найдем админов, которые находятся вот здесь. Админы! Пизди админов, пизди админов! Hello, hello, hello! Не, вообще ножом тут. Я манал между вами бегать. Я помню, чем это заканчивается. А для тех, кто не понял, мы уже просто... Потому что мы их уже убили, они еще идут. Да, все, уже никто никуда не идет. И что там лежит? А там, по-моему, что-то лежит, кстати, да. Ракеты, и все. Ракеты. А сама ракетница, я не знаю, где, ребят, так что... Ба-ба-ба. Она где-то в пустыне. Там... Ну, пойдем поищем. Иди. А ты иди за мной. Я иду. Потому мы все идем. Я знаю, что есть пустыня, давай не будем рассказывать зрителям. Пусть это будет не сюрприз, просто ты у нас будет приманка. На самом деле я уже проспойлерил, но ничего. Я не слышал. Ну да ладно. Я сказал, кого мы убивать будем. Так, сейчас я хочу посмотреть, может тут за стенкой что-нибудь. Нифига! Я оплатил специально. В первой версии еще. Да, 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 я специально всю пустыню облазил. Если кто знает, где мы пролюбили эту всю фигню. Уксус, ты зря бежишь вперед, тебя сейчас просто зароют. Прямо вот здесь. Хай бежит Рузу, он хотя бы в курсе, куда мы бежим. И чего нам ждать? И чего, ну, ждать нам веселье. Да. Фан. Мужики, кто мангал брал? Потому что вот и вам шашлычки. Цып-цып-цып-цыпа. На ком? Кого они целятся? Цып-цып-цып-цып. Путин. Пут-пут-пут-путит. Пут-пут. Блять, я не хочу включать этот трек, потому что у меня потом австрийский... Иди в жопу, цыпленок! Что у тебя потом австрийский? А меня австрияки банально засудят. А, ну ладно, не будем, да, ты прав, а то забанят видео. А тут хп. Там много чего есть, только надо добежать. О, минус цыпленок. Хп, так, сейчас. Где там хп ты нашел? А где там где ты? Я тебя не вижу. Чем а, нажми тап, увидишь карту. Записи этой игры у меня все так же 60 хп. У меня 30, но я встал 30. Слушай, забери цыпленка. Да он уже желтенький. Блять, а по мне он ракетами больно бьется. О, понятно. Там. Да-да-да, чувак, забирай сам себе, я не хочу. Мне впадло. Я тех двоих пригласил на барбекю пати. Барбекю пати, это ты сейчас про кого? Про цыплят или про телок? Я про козла. А. Я думаю, что на этой барбекю пати мы забьем козла. Я костлявый, блять! Разве? У меня внимание вопрос. Какого хера сдох только я? И почему он опять на меня целится? Цыпленок умер. Он уже ни на кого не целится. Я убил. Подожди, их обычно 6 штук. Кажется, Женька пошел за телками. Да. Жень, знаешь старый анекдот? Ловила с фигов. Так. Знаешь, что они говорят? А вы девушек на шашлыки приглашаете в надежде на секс? Нет. В надежде приглашали лет 5 назад. Сейчас исключительно в расчете. Сиськи. Ой, сердечко, ракеты, патроны, дробашу. Сердечко, ракеты, патроны, а что толку? Если эти патроны не из чего выпускать. Ой, еще цыпленок вылез. Еще 2 цыпленка. Слушай, я за цыпленком играю. Они там и были, они просто как-то далеко заспаунились. А, это в прошлый раз было веселее, да, когда они возле тебя появились?
Это очень удобно, потому что они друг по другу смоляли. О, кто-то перегрелся. Глубоко убежал. Слушай, это сейчас тёлки за нами прилетят, да? Они уже здесь. Ну кто как? Вот... Я вот сзади цыплёнка стою, так что меня посрали на твоих тёлок. Знаешь, как бы, а я делаю... Стою так, что ж пальба от тёлок попадает превышенно в цыплёнка. А чё он на меня, сука, повернулся? А потому что ты ему не нравишься, видимо, он тоже не любит козлов. Вот суки. Не, я понимаю, что взял козла, ну, чисто для меня. Это они там, по-моему, вполне нормально относятся к тому, чтобы пожрать козла. Пожрать козла? Слушай, я пойду за цыплёнком. У нас козла в основном забивают. Рыба на. Цыплёнок, цып-цып-цып. Ты стыкает, короче, понял. Разбирайся с тёлками, блядь. Убери тёлок от меня. Слушай, знаешь, вот у меня тоже тут их как-то образовалось больше, чем я бы хотел их видеть. Они как-то... Граждане, кто смотрит, хочет посмотреть запись, идите... Ой! Слушай, мне тут только что цыплёнок от курицы спёс. Цыплёнок от курицы? Ну да, такая большая крылатая сулька. По-моему, тут цыплёнок будет побольше этих куриц. А что ты курил? Я курил серьёзное. Поделись. Начнем с того, что поделиться мне предложил Рузу. Ой, спасибо, цыплёнок, он меня второй курицы спас. У нас сегодня серьёзно курим, серьёзно бухло. И серьёзно бухло нет, только пиво осталось. Куриц. Ты в жопу, курицы! Ты не хочешь второй раз дыхать? Ну, мне кто спасёт, не? А меня кто спасёт? У тебя всего лишь тёлки, а за мной... У меня цыплёнок ещё ракетами стреляет. Нет! Кстати, ты в замок. Да, сейчас пойдем. Мы шли за сердечком, просто так поржать. Ты просто знаешь, что есть цыплята. Дробарь. О, дробарь. Ты что, опять пошел хуй знает куда? Он пошел дальше. А меня опять убил цыпленок. Ну, не еби свою. Какой-то ты лох. Вот что тебе все время цыпленок-то убивает? Ты никогда не думал, что ракеты вообще нужно сбивать? Слушай, я вокруг него бегаю. Как-то мне не особо удобно одной рукой играть. О, цыплёнок умер. Все, я его убрал, расслабься. Спасибо. И спасибо всё. За две курицы. Цып-цып-цып-цып-цып. Санта-Клаус. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. В общем, это у нас очень все серьезно. Так и серию назовем. Не, слишком длинно. Как называть? Просто все серьезно. Все серьезно, окей, не вопрос. Мне особенно прикалывает, что я так на ней звук этих моих прыжков тоже записывается. Пацаны играют в серьезные игры. О. Могу разбивать пару девчонок, если надо. Думаю, мы аудитория будем твоя. Будем вечность. Если еще пара девчонок присоединится. Машка. Ну, не говори про меня, это страшное имя. Мариэлка, то есть. О, нет. Ты решил за нас пройти уровень, да? Да. Ну вообще, капец, я хотел поломить по уровню, он взял, короче, все прошел. Я охренею, дорогая редакция, конец цитаты. Так, ребята, вы вообще где? Я не знаю, мне интересно, я хоть до большом появлюсь, нет? Появишься, я уже появился. Круто! Ой, какой красивый дробаш. Я помню, чем этот уровень напоминается? Бабахом. С этим? Да. Кстати. Ковбой Хаггис, иди вперед. О, ёб твою! О-о-о! На! Ух ты, какая у тебя тусовка. У меня? Я заметил. Иди в задницу, прикрывайте меня! Так идти в задницу или прикрывать? А там прикрывать можно? О, кстати, я придумал название серии. А ну? Аллах Акбар. Да нифига! Да нифига! Ну. Еще назови ее. Вот, блядь. Хорошая идея. Можешь еще назвать его, блядь, таким же типом. Но это некрасиво. Ой, козлы! Тебе подобные появились. Тебе подобные! Ух ты, он меня перепрыгнул.
Я его убил. Все нормально. Последняя его ошибка. А что ты его раз так расквадратила? О, щиты, пацаны, щиты! Что вы знаете про искусство? А искусство чего? Вообще. Я помню эпоху Ренессанса. А что такое? Патроны? Ага. Пацаны, если не ошибаюсь, наверху этой хрени есть какая-то заначка. Ну куда вы пиздили опять? Вот там вот. Yeah. Вот там вот. Так я не помню, как на нее забраться. Козел! Не, ничего там нет. Нихуя? Ну, блять. Ну ладно. Значит, плохо. Ух, ёпта, козлы! Ты опять поставил X3, да? Нет, не X3. А сколько? О, Женька что-то нашел. Не знаю, что он нашел, я раздолбал 4 снаряда в упор. Чё-то... Козла нашел я. Я тут был. Тоже неплохо был там, козел. Сам такой. Да я знаю, что я козел. О, патрончики. Где? О, вижу патрончики. Я их брал. ХПшку. Вот. Да. Почему на тебя козел не кинулся, на меня кинулся, а? Потому что у меня 15 ХП. Козлы узнают потом своих. Забирай этого дебила. Убирай. Так. Нам, по-моему, не сюда. Нам сюда, сюда. Сейчас просто уберется забор. А теперь кто помнит это место? И... Ура! Блин, я долбанулся об камень. Тут, по-моему, нет секретов, да? В этой зоне. А я не помню, ай! Раздолбите эту хрень. Какую? Нет секретов. Разные. В общем, если у вас видите куда играете в серьезного Сэма, видите какую-то очень высокую стену, все равно на нее можно запрыгнуть. Если очень долго прыгать. Вы опять нашли саперов? А, для тех, кто не в курсе, я до сих пор играю с поломанной рукой. Но осталось мне совсем чуточку. Томсон. Мой любимый. Шабы! Ты Томми взял? Конечно. Что за мной жабы бегают? Ну блин, ты их очень любишь, вот они за тобой. Ну, я знаю, а для тех, кто не в курсе, мы просто немножко побегали уже. Чисто ради разминки. О, автобус. Блин, дверь закрылась. Обережно, двери зачиняются. Томми Ган. Автобус. Слушай, он телепортируется. Ох, нифига! Я щит нашел, пацаны! Я нашел секретный щит. Да? Вот да. Этот вот. Синий такой. Он, по-моему, не сильный секрет. А синий? Синий. Где? А-а-а, вот. Пацаны, кому жачку? Найдена секретная броня. Все допрыгнули. Попасть бы в эту секретную броню еще есть. Попал. Да. Я случайно, кстати, меня автобус туда закинул. А. Ну ладно. Ну ладно, защита надо. Ребят, запоминайте нычки, может пригодиться. Я понимаю, что у нас благодаря Укусу... Ой. Первую нычку мы просто пролюбили. А, блядь! Подождите что меня, это? Черти! Дайте я ребятам нычки покажу. Опа. Подождите оператора! Да иди сюда, оператор. Оператор. Ох, ёпта. Император? Оператор, блин. Сейчас, по-моему, тут будут респаться эти. Я? Упоротый? Все. Мы? Получи пассажира. Почему? Ой! Я помню это место, ребят. Бургеры кто заказывал? А у меня вот нет этих. Кто-то их будет. А, бургеры. Ты про бургеры или про шашлык? Кстати, я про камешки помню. Тоже аккуратно, но тоже... Бургеры из говядины делаются. Бургеры? Да. Я честно не спрашивал, в Макдаке чего они делают бургеры.
Ну что по мне стреляешь, какие? Вообще делают бургеры с говядиной. Чуть-чуть лучше. А, граждане, внимание, вопрос. Кто будет играть в такую вот игрушку, аккуратно под этих вот местах. Имеет, сука, свойство падать камни. Ага, вот сейчас кажется... Вот давай, налево побеги. Я засниму. Давай. Ай, блядь! Камень просто за мной пролетел. А у меня нету этого камня. Кто же слышь заказывал? Ой, камень появился. Ну какая агрессивная говядина. Шашлычки. Шашлык из говядины не очень. Ребят, как это символично, короче, играть в Serious Sam пятницу 13-го. Уже суббота. Да, уже суббота. Ну, кого какой по часовой пояс, ребят? Часовой по пояс. О, сейчас чего-то упадет. Да, сейчас что-то упадет и выйдет кто-то большой и синий. Блядь! Не, в жопу с вашим что-то упадет. Только кто-то очень на тебя похожий. Да, а сейчас выйдет большой и синий. Спорим? А вышел большой и зеленый. Какой-то уж и большой. Ты-ты-ты-ты-па. В доме закончились боеприпасы. Главное, что я рядом с дробашом. Ага, а уксус заснул. Видимо, ему нравится такое очень плотное общение с противниками. Это не вторая часть, тут обнимашки! А? Обнимашки! А? Да-да. Сейчас, по-моему, тут будут раз за какие-то идиоты на лестнице. Или нет? А, это все, это конец левела. Ага. Подожди! Стой, не бери! Мне это крайне бесит. Неси фонари нахер. Фонари на меня! Еще. Ну блин, резай! А? Дай, уай! Подожди. Я походу еще одну секретку нашел. Я только что подкинул фонарик. А? А, не, у меня жопу жарит. Не, это не секретка. В общем, добро пожаловать к концу второго уровня. Забирай. Санта-Клаус, забирай подарок. Забрал. Дедушка Мороз. Смотри, время игры 9.10. Мастичку на этом. А, на этом мы говорим всем спасибо за просмотр, а продолжение будет через недельку. Ну да. Да добра не жди ты. Где нас поди ты? 3, 2, 1.